наша дорогая, любимая и единственная наша с вами сестричка. Ты у нас осталась одна, у нас распутка. Более судьбы так получилось, что поэтому мы очень-очень рады через много лет примкнуть к вашей большой дружной семье. Вот, ну как бы возобновить. Значит, Шура. Это 6 очков плюс. С нулевым мы тут в сухую выиграла. Жизнь выиграла. Первое очко. Это семья. Саша, это про вас. Хорошая, дружная, спасибо, крепкая семья. Я очень рада за тебя, что ты в семье, что ты любима. Это очень важно для женщины. Второе очко. Это лапочка-дочка. Смотри, какая красавица. Умница, образованная. Ну просто вот такую дочку. О такой дочке мечтают многие и многие. Третье очко. Это опора-сыночек. Умный программист. Это вообще... Я вот не смогла. Поработала немножко программистом. А вот программистом очень нравится. Послушный, хороший. И очень тебя любит, Шурочка. Третье очко. Это то, что очень-очень важно, что ты состоялась в профессии. Мы, понимаешь, мы все пережили перестройку, эту революцию, и многие ушли. Вот, например, я ушла. И вот такое вот какое-то безвремя, оно очень давит. А вот то, что у тебя получилось остаться в профессии, это очень важно. Это вот такое хорошее очко в жизни. Пятое. То, что тебя окружает, поскольку ты очень хороший человек, действительно, как Саша сказал, позитивный. И умеет счастливый. Тебя окружают и хорошие люди, у тебя много хороших друзей. Друзья – это тоже очень важно в жизни, так же, как и семья. Ну и шестое очко, такое весомое, то, что ты у нас красавец. Ой, правда, Шура, ты очень хорошо выглядишь, здоровья тебе, счастья. И 6-0 в твою пользу. Ура! Отличный торт. И очень тонкий. Замечательно. Отличный и очень тонкий торт. Так что гости на уровне юбилярша. Несмотря